Мужики, все шапки вверх кинули, ладно? Вот там наверху, чтоб вниз не упало. Маме, попробуй. Репетнули, кто бросит? Давай. Ну, это никто. Это даже ничего нету. Ну попробуем шапкой, это с платком, девки. Ну давай, маленький, ну. Ага, приготовься. Вверх, все, давай. 3-4. Да выше бросай, что ты там поднял какой-то? Ребят, ну что вы не хотите праздник-то народу создать? Ну что это? Еще разок. 3, 2, 1. Барабанная дробь, аплодисменты. Все в порядке? Все в порядке. Смотри мне! Будет! А все продам, гармонию оставлю, весь народ плясать заставлю. Как у вас в поселке мыс, чуть со скуки не прокис. Начинаем! 30 лет в эфире! Thank you.
здешние, мы, ребята, все не здешние, веселые, потешные. Здравствуйте, уважаемые друзья! Приятного вечера, дорогие москвичи и гости столицы! Поздравляем всех с 30-летним юбилеем телепередачи «Играй гармонь». Добро пожаловать на наш праздничный концерт! 30 лет в эфире! Ура, товарищи! Ура! Твое тепло, мое тепло, вот и не холодно. Пусть льется свет из детских лет, пусть будет молода. Давайте сначала твое тепло, мое тепло, после зимы весна. Зажжем огонь, возьмем гармонь, пусть говорит она. Давайте сначала от печки, где звезды сквозь рамы снега. Друзья, прозвучит песня по вашим просьбам, песня Геннадия Заволокина на стихи прекрасного русского поэта Николая Рубцова. В этой деревне огни не погашены. Солист, заслуженный артист России Владимир Гайдуков. Ты мне тоску не пророчь, светлыми звездами
звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Скромная девушка мне улыбается, сам я улыбчив и рад. Светлые звезды горят. Трудное, трудное, все забывается. Светлые звезды горят. Кто мне сказал, что вам леса метельной глохнет покинутый луг? Что надежды потеряны, кто это выдумал друг? Кто мне сказал, что надежды потеряны, кто это выдумал друг? В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Ну что ж, дорогие друзья, ситуация требует небольшого экскурса в прошлое. 7 февраля 1986 года на голубых экранах Советского Союза впервые появилась музыкальная телепрограмма о народном творчестве под названием, каким бы вы думали, «Играй гармонь». Придумал и воплотил в жизнь этот уникальный проект народный артист России, лауреат государственных премий Российской Федерации, композитор, организатор, гармонист Геннадий Заволокин. Родиной передачи стал город Новосибирск. Из концертного зала Дворца культуры железнодорожников начала свой телевизионный путь по стране «Наша гармошка». Сегодня «Играй гармонь» — это понятие нарицательное. Сегодня «Играй гармонь» звучит повсюду. Сегодня «Играй гармонь» — это уже всенародное движение. И сегодня у нас юбилей. 30 лет в эфире — это серьезная дата. 30 лет непрерывных съемок. Ваши, дорогие друзья, просьбы о том или ином любимом исполнителе передачи, запомнившемся сюжете, понравившемся номере, учитывались при составлении концерта в первую очередь. Благодарим всех, кто уже поздравил нас с событием. Спасибо за открытки, телеграммы, звонки и письма. Юбилей — это всегда подведение итогов. За 30 лет своего существования состоялось около 1200... Как звучит, а? 1200 выпусков. А сейчас любопытные факты, подробности и цифры съемочного процесса. Итак, не пропустите. В течение 30 лет преодолено около 6 миллионов километров. Отснято видеоматериалов 400 тысяч минут. Зафиксировано около 130 тысяч выступлений народных исполнителей. Показано около 90 разновидностей гармоник. Написано зрителями около 70 тысяч стихотворений и частушек о гармонистах и программе. Послано стихотворений о Геннадии Заволокине и посвящении его памяти более 50 тысяч. Сломано каблуков 503. Испорчено гармонией, в частности, залито дождем, засыпано снегом, оторвано ремней и так далее 612. Выведено из строя телекамер 11 штук. Сорвано голосов 92.
Обморожено рук, ног и другое в зимний период 57. Получено солнечных ударов в летний период 157. Подарено сувениров разного толка около 7000. Надкусано хлебосольных караваев более 650. Проколото колес в дорожных передрягах около 80. Рекордное время подготовки к концерту артистов ансамбля «Частушка», они же съемочная группа. Мужчины 1 минута 50 секунд, женщины 2 минуты 25 секунд. Съемочная группа потратила 500 тюбиков средств от комаров. При этом все-таки потерпела комариных укусов несчетное количество, а также пчелиных 83 и собачьих 46. Было совершено падений с лошади 61, с велосипеда 75, с телеги 18, с оленей упряжки 4. Пропущено обедов в съемочном угаре более 3000. Отсижено на монтажах программы около 50 тысяч часов. Задействовано животных, птиц и насекомых более 70 разновидностей. Максимальное количество дублей отдельно взятого номера 24. Участвовал на съемках в массовых сценах около 17 миллионов человек. Вот такая, друзья, статистика. А о скольких городах, областях, селах, деревнях, республиках велась речь в «Играй гармонии»? Разве сосчитаешь? Да, вообще-то, Насте осталось всего 9 мест регионов в России, так называемых «белых пятен», где программа еще не снималась. В буквальном смысле от Калининграда до Находки. «Играй гармонь» также расширяет горизонты. Гармошка побывала в Германии и на Кипре, в Чехии и в Израиле. А, еще забыли, гармонь играла на высоте 1800 метров над уровнем моря в горах Южной Осетии и на глубине 980 метров в Уральской шахте. Точно. А еще играла в колонии строгого режима в Приморском крае и в Государственной Думе в городе Москве. Хочется также поблагодарить Первый канал и его руководство за то, что в течение 30 лет наша передача неизменно выходит в эфир на первой кнопке. А вообще, друзья, это наш общий праздник. И тех, кто самозабвенно делает программу, и тех, кто с удовольствием ее смотрит, и тех, кто участвует в ней. И думаю, пора на сцену пригласить гармониста, который вам будет особенно интересен, потому что ваш земляк, дорогие москвичи. Встречайте! Павел Уханов, город Москва! Вот такой красавец! Паш, ты сам-то с какого года будешь? С 86-го. Ну, то есть на сцене ровесник передачи. Совершенно верно, да. И более можно сказать про этого человека. Павел Уханов является учителем, педагогом по классу гармоники. И не где-нибудь, а где, скажи сам. В Российской академии музыки имени Гнесиных. Что прозвучит, Паш? Прозвучит обработка моего любимого композитора и педагога Евгения Петровича Дербенко. Возле речки, возле моста. Друзья, поприветствуем! Гармошка играет! Гармошка наша любимая! Thank you.
москвичи, своему-то похлопайте. О! Ученый-гармонист. Спасибо, Паш. Ну да, Захар вот сказал, ученый-гармонист, и это натолкнуло меня на мысль, что действительно за эти годы, ну, по крайней мере, существования программы, появилось в России два направления гармонизма, если можно так выразиться. Это ученые-гармонисты и самобытные. Понимаете, да, о чем я говорю? Ученые — это те, кто с образованием, кто может играть по нотам, кто виртуозно исполняет, техника, все. А самобытная техника там тоже в порядке. Все да. Достаточно виртуозно, порой даже сложно игру самобытного гармониста записать на ноты. И играет он, как учил дед, как дядька играл, как слышал на заваленке. Но мы уважаем направление и то, и это. И сейчас на контрасте, так сказать, с Павлом, с ученым-гармонистом на сцену выходит самобытный гармонист, потомственный и по профессии человек газоэлектросварщик 6-го разряда. Встречайте, Андрей Ивлев, город Липецк. Андрюш, не подкачай за всю деревню. У тебя кто на гармошке играл? Ну-ка, расскажи. Отец, дед, 3 дяди и некоторые тети. О, вот яркий представитель. О чем речь? Прозвучит липецкая досада. Андрюш, может, споем немножко там? Ты маленько поиграй, а потом, может, и разольемся? Ну, похлопаем. Слушаем. Я с гармонью до утра, да где ж моя засадовушка?
досада, ты досада, и в банье бы не пришла, попроводила тебя до дома, а ты, зараза, не дошла. Я играю, я с гармошкой дружу. Да ты гуляла, гуляй дальше, а я ее одну люблю. Да ты гуляла, гуляй дальше, я ее одну люблю. Вот она моя родимая, Елецкая, неповторимая. Спасибо, Андрюш! На сцене наш любимый батюшка-гармонист иерей Евгений Пуртов из Тюменской области. Встретим! Батюшка не раз принимал участие в нашей передаче, наш большой друг. Хочется задать вопрос, батюшка, вам. Что вы чувствуете в юбилей? Какие ощущения? 30 лет. Это замечательная передача. Не изменяет своему основному принципу выявлять из души нашего народа, многострадального народа, самое светлое, самое чистое, самое святое. И 30 лет – это мы каждую неделю, каждую субботу имеем наслаждение видеть, вопреки всему остальному, далеко не полезному для души. Вот это для меня огромная радость. С детства помню ее и... рад, что сегодня готов вам послужить. Спасибо, Господи. Прозвучит песня из телепередачи «Играй гармонь» под названием «Россия». Небо над водой, над рекою белый дым ходят, с неба звезды отражаются в воде.
Петров, Тюменская область. Спасибо, батюшка. Ну, а теперь наша визитная карточка песни под названием «Играй, гармонь». Счастье, и не забудь еще сыграть. И про любовь и счастье. Играй гармонь, играй гармонь, играй на всю катушку. Давай гармонь, давай гармонь, пляскай чистую душу. Играй гармонь, играй гармонь, играй на всю катушку. Давай гармонь, давай гармонь, пляскай чистую душу. Встречайте следующих гостей. Прибыло трио ансамбля «Айкай» из Удмуртской республики. Thank you.
Ребята действительно сейчас бегут на поезд. Прибыли только исключительно для того, чтобы вас порадовать. Молодцы! Ой, друзья дорогие, чего сегодня будет? Какой концерт? Сами даже немножко не знаем, куда все это повернется, как пойдет. От вас, дорогие наши зрители, тоже ждем активного участия и будет в чем. Но об этом позже. Заинтригую чуть-чуть. А сейчас выступает Геннадий Заволокин. Заиграли и запели. Здравствуй, родина моя, из поселка Парабели. Заволокин, это я, из-под Томска. Звать Геннадий, батю Дмитрием зовут. Дед Захар, мать Степанида, перед вами весь я тут. Я играю просто, что на ум придет. Вот беру звук, вот смотрите, любой. И мне нравится, я могу так вот играть. Если много возьмешь звуков, совсем красиво, видишь? И мне вот нравится, когда гармошка тихо играет. Я не знаю, почему вот. Особенно вечером, в тишине, ну? Посидеть. Хорошо. Тишины-то нету. Кто-то едет, кто-то пили. Жизнь-то идет все равно. Царствие небесное, вечная память. Но сейчас на сцену выйдет внук Геннадия Заволокина, и в руках у Григория Смоленинова будет дедова гармонь. Гриша, заходи, не боись. Студент музыкального колледжа по классу баяна, но дедова гармонь всегда рядом, всегда, можно сказать, под рукой. И как Григорий сам говорит, все произведения, которые сегодня он исполняет на гармонии, он посвящает памяти деда.
Григорий Смоленинов. Сыграет любимую всеми барыню. Не подкачай. Концерт продолжается, друзья. На сцене гость, гармонист, а по профессии это человек-инженер-механик, что тоже немаловажно.
Алексей Медведев, город Муром, Владимирская область. Алексей Викторович, спойте, пожалуйста, мою любимую песню про развод. Да, песня заставляет задуматься. Я вообще очень такие песни люблю. Ну, может быть, эта песня кого-то остановит. Послушайте, пожалуйста. Называется «Мосточки». Автор ваш друг Алексей. Как его зовут? Иван Бардин. Иван Бардин. Прошу любить и жаловать! На-на-на, а-на-на-на-на-на-на, а-на-на-на-на-на-на, а-на-на-на-на-на. Между мной и тобой неприступная стена. Я не муж тебе теперь, ты мне больше не жена. Разошлись, развелись, полно море корабли. Уберечь свою любовь мы с тобою не смогли. Виноват и я, и ты, там ошибок не исправить. И сжигая все мосты, хоть один давай оставим. И по этому мосту, по непрочному мосточку, я еще не раз приду посмотреть на нашу дочку. На-на-на. Не вернусь, мы с тобой так далеки. Только помню, до сих пор я тепло твоей руки. Все могло быть не так, не руби бы нам с плеча. И семейный наш очаг мы задули горячо. Ты на вас, я и ты, нам ошибок не исправить. И сжигая все мосты, хоть один давай оставим. И по этому мосту, по непрочному мосточку, я еще не раз приду посмотреть в глаза сыночку. На-на-на. Песня. Такие песни еще называют «жизненная», да? Вот они такие. Ну, на сцене земляки Алексея Медведева, ансамбль из города Мурома, Владимирщина. Мурома! Встречаем! И сейчас с этой сцены польются звуки, смею надеяться, так назовем, Древней Руси. Пожалуйста. Русская народная песня «Не будите молоду». Ah.
Песня по вашим просьбам, песня о самом дорогом и любимом человеке на земле. Называется она «Мамонька», музыка Анастасии Заволокиной, слова Ирены Сергеевой и Валерия Филимонова. Посвящается всем мамам России. Дорогой дальнею я плыл, рекою длинною, а сердце жгло желание прийти к тебе с повинною. Городи, городи, загораживай от меня злую силу, отваживай, чтобы дом возрос, чтобы сад взошел, чтобы Бог ко мне на порог пришел, чтобы пышно цвела наша яблонька, чтобы долго жила наша мамонька. Мама, ты всегда была права, мама, ты и правду говорила, самые красивые слова. Чего в тебе такая сила? Городи, городи, загораживай от меня злую силу, отваживай, чтобы дом возрос, чтобы сад зашел, чтобы Бог ко мне на порог пришел, чтобы пышно цвела наша яблонька, чтобы долго жила наша мамонька. Вечер и просветный час помню, а тебе и точно знаю, нету счастья большего для нас, чем твое тепло, моя родная. Городи, городи, загораживай от меня злую силу, отваживай, чтобы дом возрос, чтобы сад взошел, чтобы Бог ко мне на порог пришел, чтобы пышно цвела наша яблонька, чтобы долго жила наша мамонька, чтобы долго жила наша мамонька. Спасибо, друзья. Ой, Захар, еще принимай. Еще цветочки. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. А я уверена, сегодня в зале собрались настоящие друзья. Те, кто смотрит передачу. Те, хоть однажды, вот кто видел ее. И, конечно, большие любители гармошки, творчества Геннадия Заволокина. Спасибо, родные. Мы очень рады, что мы сегодня вместе. Благодарим от души. Продолжаем наш праздник.
На сцене сейчас выйдет замечательный человек, мы его давно знаем, много лет уже. Донской казак, майор в отставке, побывал в горячих точках. Кто старший. Еще? А, вот да-да. Старший инструктор по боевой физической подготовке. Да-да-да-да-да. Зовут этого человека Алексей Ефимов. Ура! Волгоградская область! Старинный казачий романс «Голубка». Из-под кочек, из-под пней лезет враг каравай. Эй, казаки, да на коней, и ай да со славой. Эй, казаки, да на коней, и ай да со славой. Подня хмурь, седую бровь, провожая сына. Ты не плачь, моя любовь, зорька девчина. Ты не плачь, моя любовь, зорька девчина. Ты судьбине не перечь, не кручись слезно. Всем придется в землю лечь, рано или поздно. Всем придется в землю лечь, рано или поздно. Помни срока своего, смерть не прав. Всегда на высоте. Одной из любимых телезрителями рубрик в юбилейном цикле считается рубрика под названием «Растудыт твою в канитель». То, что остается за кадром, почему-то всегда интересно. Что-то пошло не так на съемках, не получается сыграть, кто-то разозлился или забыл слова, раскуражился или набедокурил. Да это же самое любопытное. Внимание на экран. Да растуды твою в держи! Районе Красноярск
корова не тут. Юра, что-то держи. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ой, она не хочет туда. Она смотреть не хочет. Синее ладом. Это кто бы думает? А песня-то там чего, как вот ягодка малинка, да, можно начинать. Ну чего так без настроения тут? Да повыше маленько. Стаду ягода. Маленько призакрыть. Сначала. Давай сначала. Сначала, решили сначала. Громко. Три. Стаду ягода. Еще раз. Эдка Настенька. Сейчас еще раз. Старенькая. Да, давайте мы рукой махнем, когда надо. Рукой. Давайте я махну. Когда надо. Ладно. И шеду еге этка маленька при закрытии росла. Ружье осторожно, подними вверх! А мы сейчас пойдем. А мы? А и пойти нам туда вот сейчас! Сестрица, а не пойди нам в ту хатку! Там даже много интересных всяких штук. Еще раз, а еще много-много раз, а лучше много раз пора. Колоссально. Колоссально. Съемка случается, и операторы падают от восторга, конечно. Как вам наши сюжеты? Как вам наше закулисье? Ну, это действительно всегда вызывает какой-то вот интерес, такие моменты. И нам они по-особенному тоже дороги. Потом, как говорят, есть что вспомнить. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, дорогие зрители. А на сцену приглашается детский ансамбль Геннадия Заволокина «Частушечка», то есть наши дети. И у нас особое волнение. Встречайте, встречайте, пожалуйста. Это еще не все. Есть дома и запасные игроки. В ансамбле возраст от 3 месяцев до 20 лет. Коллектив этот существует уже 8-й год. Здесь тоже выступали, если вы помните, кто не первый раз на таких вот встречах. Сегодня снова к нам пришел на концерт. Ну давай, Леша, объявляй, не тушуйся.
Сибирская казачья песня. Шел казачок хороший. Сами уже не помним. Ну, пока ребята готовятся к следующей песне, за инструментами побежали, наверное, можно их попросить подбежать к мамам и папам. Только не перепутайте, ребятки. Такую фотографию на память сделаем. Следующая песня в исполнении наших детей. Она такая юбилейная. Специально подготовили к этому празднику. Пожалуйста, объявляйте. Эту песню подарил нашему ансамблю гармонист золотой десятки России, преподаватель по классу гармонии, житель города Новосибирска Леонид Чудов. А мы, в свою очередь, дарим ее вам, дорогие гости юбилея. Песня называется «Гости». Мы вам рады, добрый вечер. Ждем тебя с мыми новостей.
наша встреча лучший праздник, самый радостный из всех. Не обходится без пляса, без шуток и потерь. Гости, гости, шлем вам большой привет. Гости, гости, желаю творческих побед. Гости, гости, друзья. Ну вот, можно, конечно, надеяться на то, что это наша смена, но если получится так, что у каждого будет совершенно другая профессия, даже не музыкальная, у нас все равно останется одна общая песня, наши общие, добрые, хорошие воспоминания. Будем вспоминать, как вот сегодня в Кремле выступали. Перед вами, дорогие зрители. На 30-летний юбилей. Да. Ну а сейчас совершенно необычайный коллаж. Опять же таки, по просьбам зрителей сильно полюбилась такая демонстрация российских гармоник. Но объявлю. Коллаж российских гармошек. На сцене сразу аж 6 или 7? 7? О, 7 гармонистов. Ну надо встретить. 7 гармонистов с разных уголков России. Да погромче, погромче! Смотрите, какая красота! Своих, своих увидали. Тут, тут, Ваня. Ваня тут, тут. Ну что, начнем, пожалуй, с той стороны, так сказать, с правого фланга. На Саратке, а в руках у Сергея Шалимова, из города Саратова, именно эта гармошка, саратовская, волжская. Сергей, продемонстрируйте. И прозвучат волжские напевы. Сергей Шалимов! Идет наш аксакал, настоящий, неподдельный. Это Батыр Абасович Апаев, Республика Дагестан. Лезгинка! На кавказской гармонике. Thank you.
Вологодскую гармошку представят Николай Ильич Филин. И прозвучат наигрыши вологодских деревень. Наши русские северные. Максим Строев приехал с Орловской области. И сам-то он с города Ливны, и гармошка оттуда. Называется «Ливенка». Знаменита эта гармонь тем, что в свое время на ней играл наш поэт Сергей Есенин. И еще ее называют самой длинной гармошкой в мире. Прозвучат ливенские страдания. Давай, Максимка. Такая тихонькая, не все же вот громко-то. У Ивана Костина из города Тулы, конечно же, русская, тульская наша гармошка. Ну что это такое заводное, а? А он еще и левша, потому ага. что наоборот играет. Да побыстрее, Ванечка, побыстрее. У Александра Ланина из города Барнаула наша сибирская однорядка, та самая, на которой играл наш дед Дмитрий Захарович Заволокин. Редкая ныне гармошка. Александр, что сегодня прозвучит? Наигрыши сибирские. Сибирские наигрыши. Поприветствуем сибиряка! Алтайский край! Thank you.
Александр Ланин, город Барнаул. Спасибо, Саша. Ну, а следующий гость из города Воронежа. Гармонист золотой десятки России Сергей Власов. И в руках у Сергея гармонь, которую мы сегодня уже с вами видели. На ней играл Андрей Ивлеев в начале концерта. Но прозвучит мотание, та самая волшебная, под которую ноги сами в пляс идут. Собственно, предлагаем поплясать. Как думаете, друзья, выйдет чего-нибудь? Разомнем косточки. Маленечко так разогреемся, а? Сергей Иванович, пора! Пора! Поклон, благодарность. Вот это дали. Вот это постояли за честь. Каждый своего села, города, кто откуда, я видела разные участники. Благодарим. Низкий поклон от нас Захаром и от всех телезрителей в будущем. Спасибо, молодцы. А на сцену приглашается гармонист золотой десятки России первого состава. Самый старейший участник «Играй гармонии» аж с 1989 года. Друг Геннадия Заволокина, бывший моряк-подводник. Подполковник запаса. Сам он из города Назарова, Красноярского края. Валерий Клейко. Встречаем! Но на этот раз он с внуком Иваном. Иван – курсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова. Вот такие вот. И когда-то его дед научил играть на гармонии. Так. Отвел в секцию бокса. Так. И вот какой вырос. И вот что вышло. Ну, тут какой момент. Посмотрите, форма на Валерии Николаевиче та самая, с которой он, как говорят, там, демобилизовался. В ней... Дембельнулся. Да, да. Та самая или маленечко меня обманули, а, Валерий Николаевич? Чуть-чуть.
Чуть-чуть. Но тем не менее, смотрите, вот десантник, подводник. И прозвучит песня «Офицеры». Всем защитникам Отечества. Позвольте, я два слова скажу. Конечно, Валерий Николаевич, пожалуйста. Моряки военно-морского флота России поздравляют с юбилеем любимой передачи «Играй гармонь». И желают ей 7 футов под килем творческих походов. С праздником! А воздушно-десантные войска желают чистого неба. У меня есть друзья, и в России немало. Время нас разбросало по военным стезям. И с начала пути нас крестили тревоги, закаляли дороги, по которым мы шли. Мои друзья, офицеры России, офицеры России, служат не за кресты. Мои друзья познавались годами и своими делами перед Богом чисты. Нас не схватал никто, постоять за Россию, все здоровье и силу ей до капли отдать. Выбирать берега позволяла нам совесть, а служебную повесть нам писала судьба. Мои друзья, офицеры России, офицеры России, служат не за кресты. Мои друзья познавались боями и своими делами перед Богом чисты. Друзья, офицеры России, офицеры России, служат мне за кресты. С праздником! Валерий и Иван Клико, Красноярский край и Рязань. А на сцене артисты Калмыцкого государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан».
ансамбль «Тюльпан». Республика Калмыкия, город Элиста. А танец назывался «Чичердык», что в переводе на русский – «пляска». Премьера песни «Музыка» Анастасии Заволокиной, слова петербургского поэта Николая Рачкова. «Все устроится». Заслуженная артистка России Анастасия Заволокина. Спасибо, друзья. Ну, сейчас на сцене выступят наши мужчины, мужской состав ансамбля «Частушка». Сразу говорю, я в этом номере не участвую. Меня попросили только объявить. Ну, вот знаете, бывает такая ситуация, такая картинка, когда праздничек, вместе соберутся на селе мужички. И что дальше обычно происходит, все уже догадались. Итак, неудобно мне немножечко всегда говорить название. Ну, уж попросили, чего время тянуть. Частушки называются «Деревенские», «Дурацкие». Она гулянку собирался, а батька сунул пятачок. Глотка-то луженая. Ну-ну.
Мамка на ухо шепнула: не напейся, дурачок. Ой. А батька сунул пятачок. А на что потратишь? На конфетки. Молодец. А мы с товарищем вдвоем на скотный двор гулять пойдем. А он к телушке, я к бычку, а полежим хоть на бочку. Он к телушке, я к бычку, а полежим хоть на бочку. А он милашки бани нету, а ходит париться ко мне, пока жаркую ей спину, все худое на уме. А ходит париться ко мне. А меня маменька просила, но а наломай на помело. Какое, мамка, помело, меня по девкам повело. Какое, мамка, помело, его по девкам помело. Все товарищи бежали, только я не побежал, на земелюшке полеживал, на ганчик заряжал. А только я не побежал. А меня били, колотили, три кола в четыре гири, а мне мальчиш ни почем, а мне убить и кирпичом, а на мальчишка ни почем. Товарищ, хорошо, ты дроби бил, где ты взял такие ноги, не в лесу не вырубил. А хорошо, ты дроби бил, а хорошо плясал товарищ, а весело кружилась я, а у нас бык-то помирал, да тоже эдак билась я. У нас бык-то помирал, да тоже эдак билась я. По деревеньке идем, ногу не калякаем, кому окошко разобьем, кому детенка сляпаем. А много не калякаем, а мы хорошие ребята, а не ребята, а тузы. А не берем девчонок замуж, а без коровы и козы. Не берем девчонок замуж без коровы. Пойдем вон тех-то погоняем. А, пойдем. Пойдем. А чего ж не погонять-то? Вон тех. Ну как? Все было прилично? Ансамбль «Частушка»! Проездом в городе Москве! Такие. Ну вы как, друзья дорогие, ничего не устали? Боевое настроение, да? Ну, значит, до утра. Ну, тогда надо по рублю скинуться. Как водится, столы накрыть большие. Вон народ-то сколько. Ага, ну это обсудим. Хочется немножко порассуждать, дорогие друзья, на одну тему. Чуть-чуть. Вот какие сейчас артисты? Как называют их? Известные, правильно? Популярные. А раньше были любимые. Чувствуете разницу, да? Вот. Вспомним настоящих народных любимцев в разные годы, принимавших участие в «Играй гармонии». Внимание на экран! Привет, гармониста! Было дело.
Валентинович, как вы смотрите? Может, нам с вами объединиться вот здесь на площадке? Может, скопируемся, да? Давай. У нас может что-то не получиться, но мы рискнем, да? Ну, давай попробуем. Значит, я эту мелодию тоже с детства знаю. Павел Васильевичем вдвоем вам частушки пропоем. А понравится мотив, создадим кооператив. Создадим кооператив, вот уж будет коллектив. Заволокин в кабинете, Рудаков на супротив. Все по маслу потечет, перейдем на хозрасчет. Сочинять будем частушки по пятерочке со штучки. Ну, что я могу пожелать? Я могу пожелать для кого прозрения, для кого просто здоровья. Вообще, конечно, мне, как нормальному, здоровому, извиняюсь за правду, русскому человеку, конечно, хочется, чтобы Россия была красочная, праздничная страна. Поэтому, да, естественно, от счастья из чего складывается, из этих... Чтобы люди радовались. Да. Да, я хочу, чтобы все, конечно, улыбались почаще, чем это сейчас происходит. Добра всем, здоровья, счастья. Извините, что я так грустно говорю, но я говорю искренне. Ветка акации бьется в стекло, счастье стучалось да мимо прошло. Счастье стучалось. Веселая песня. Про любовь зато. Говоря всерьез, Геннадий Заволокин начал великое совершенно дело. Я бы даже сказал, по спасению гармонии, гармошки на Руси. Потому что вот его и ваша вот теперь уже эстафета и передача. Теперь, да, уже наша огромное передача. Количество поклонников у гармошки появилось. И это очень здорово. Это действительно так. Потому что вот она, да? Это Геннадий Дмитриевич Заволокин на гармошке. Это его, да. Знаете, сколько ручек уже людей, просто как реликвия, как музейный экспонат. Да. Вот он тут ручечки. Мы не каждому даем на ней сыграть. Да. Да. Вернули домой. Валерий Сергеевич спел песню «Мой мороз». Задал тон, что ли, сказать. Может быть, мы тоже попробуем все вместе. Поддержим, так сказать. Не, ну только все вместе, если. Если вот чтобы вот весь вот хор. Сколько у нас тут человек-то?
Человек 200. Примерно. Где-то тысяч, наверное, 5-6. Попробуем или нет? Петь будем? Ну, горят. Горят желанием люди. А вы чего вышли? А, уже петь тоже хотите? Ну, попробуем, чего получится. Наверное, я одна буду, да ты, Леха. Ну, ты начинай, а там посмотрим. Ну, предложение поступило, друзья. Спеть всем вместе, большим хором, песню «Ой, мороз, мороз». А уж куда все это выльется, поглядим. Приглашаю следующих гостей, гостя, ансамбль «Православный Дон». Донские казаки на сцене, Ростовская область! Руководитель коллектива Геннадий Вечеркин. Геннадий Иванович, поклонитесь, пожалуйста. И прозвучит полюбившаяся телезрителям песня из передачи «Играй гармонь». Она народная, казачья, старинная. Но ходят слухи, что слова Михаила Юрьевича Лермонтова. Называется... О, свои в зале сразу слышно. Называется песня «Растворите мне темную темницу! Православный Дон!» Ай-рай, растворите мне темную темницу, отдайте мне сиянье ярко-белого дня. Ай да черно-розовую мою темницу посеварила вам мама коня. Черно-розовую мою темницу
Ансамбль «Православный дом». Ростовская область, станица Боковская. С праздником! Руководитель Геннадий Вечеркин. Люба, казаки! Из города Омска приехали три сестры Смелковы с песней из нашей телепередачи, очень многим полюбившейся, «Папин старенький баян». Первая сестра Елена, за ней идет Марина и Надежда. Родные лица, снятся милые края, где поют о зорьке самой папин старенький баян и красивый голос мамы. Папин старенький баян, задушевный голос мамы. Пусть нам всем почаще милые края, золотые дни продлятся, пусть поет и поет, грусть и радость не тая, папин старенький баян, папин старенький баян, папин старенький баян. Вижу свет в родном. Мне. Мама, мамочка родная, я смотрю в ее глаза, обнимаю и целую. Жаль, вернуть года нельзя, детство вновь не повторю я. Жаль, вернуть года нельзя, детство вновь не повторю. Детство, милые края, золотые дни продлятся, пусть поет и поет, грусть и радость не тая, папин старенький баян, папин старенький баян, папин старенький баян. Спасибо, девочки. На сцене ансамбль «Частушка», мужская его составляющая. И прозвучит любимое народным произведение «Цыганочка». «Цыганочка, поиграй гармонически», потому что в основу данной пьесы, которую вы сейчас услышите, легли наигрыши, напевы, вариации, мелодии цыганочек-гармонистов,
которые уже никогда не выступят в передаче «Играй гармонь». Они ушли в мир иной, но вот так вот через гармошку, через цыганочку их души сейчас будут рядышком. Тут и цыганочка Виталия Королева из Ярославской области, Сергея Сметанина из Архангельска, Анатолия Заверюхина из Хабаровска, Геннадия Музурова из Республики Коми и, конечно, знаменитая цыганочка Геннадия Заволокина будет в начале, да? Вот в руках у Алексея его гармошка, мы ее сегодня уже представляли. Конечно, это уже легендарный инструмент. Он с ней в охапочку прошагал последние 12 лет своей жизни. Изготовили ее тульские мастера специально, под заказ. Больше могу про нее сказать. Многие гармонисты ведают нам такое. Говорят, в ней живет душа Заволокина. Говорят, она сама играет. Но одно, наверное, стоит добавить, дорогие наши зрители, то, что эта гармонь была с хозяином в самый страшный час. В день гибели, в час смерти она была в багажнике машины. 8 июля 2001 года, когда произошла автомобильная авария. И вот так получилось, что гармошка уцелела. Помялся только чехол. А хозяина, Геннадия Заволокина, сегодня нет с нами. Пусть прозвучит эта цыганочка как музыкальное завещание всем нам, живущим, как вечная память и как последняя лебединая песня. Пожалуйста.
заслуженный артист России Владимир Гайдуков. Вот он с цветами. Молодцы, ребята, ой, порадовали. Спасибо. Дорогие друзья, мы сейчас споем для вас песню на иностранном языке. На украинском. Вот вы знаете, совсем не смешно. Если бы еще совсем недолгое время назад нам сказали, что такое может произойти, что сейчас происходит с нашими странами, мы бы ведь с вами не поверили, правда? У нас в Сибири столько украинцев живет. Вон в коллективе «Сибирский украинец» затесался Серега Макуха. А как мы любим украинские песни, а как мы любим украинские сказки, пляски, сало, борщ. Никто это не отменит, не уберет, не вычеркнет из нашей жизни. Да и вера у нас одна. А я помню, мы были... в какой же области-то? Николаевской. Николаевской, там бабушка одна спела частушку про то, что Украина и Россия — два куста смородины. Пограничник охраняет родину от родины. И вы знаете, вот в этих четырех строчках сказано все. Мы споем песню старинную, украинскую. Записали мы, правда, ее на Кубани, в Краснодарском крае, в городе Кореновске, у ансамбля «Родники». Называется эта песня «Деж я була ехала». Ребяточки, заходите. А самое главное, вы знаете, у нас же одна вера, вера православная. Я думаю, что вот о чем, вернее, сейчас будет в песне, вы все поймете. Языки наши схожи. Попробуем. Де ж я була їхала, де ж я була йшла? Я же тобі, мамо, не кланялася. Кланяюсь тобі, мама, що будила мене рано. Більше не будеш, не будеш. Де ж я була їхала, де ж я була йшла? Я ж тобі, тато, не кланялася. Кланяюсь тобі, тато, не пускав ти хлопців в хату. Більше не будеш, не будеш. Вам ворота не кланялась.
вся. Де же я була й шла? Я же тобі, Боже, не кланялася. Кланяюсь тобі, Боже, помирать в гріхах не гоже. Більше не буду, не буду. Де ж я була й їхала? Заслуженная артистка России Анастасия Заволокина. На сцене наши земляки, новосибирцы, детский ансамбль «Россыпь». Встречайте! Новосибирцы, вперед! Ребята, обладатели гран-при международного фестиваля «Играй гармонь» имени Геннадия Заволокина, что проходит у нас в Новосибирске и в Новосибирской области. Прозвучит песня юбилейная «Эй, давай, давай, повеселее». Поприветствуем сибирячков, а! Спасибо, ребята. Встречайте.
Для кого-то очень даже долгожданные. Гости из Пермского края. Отец и сын Красноперовы. Вот, пожалуйста, Юрий Александрович, сын Константин. Баянчик, пожалуйста, сельскому маэстро. Юрий Александрович называют сельский композитор. И прозвучит очень любимая людьми песня. Они часто просят и в письмах в адрес передачи. Называется «Скажи, председатель». Колхозное поле, колхозный амбар, и в клубе колхозном играет баян. Скажи, председатель, кому мы нужны? Живем мы как будто во время войны. Колхозное поле быльем заросло, в колхозном амбаре зерно проросло, а в клубе скучает один баянист. Кому председатель? Нужна эта жизнь. Россия — березовый край и родники. Останутся скоро в селе лишь старики. Зачем разорили деревни страны? Такого не знали во время войны. Давай, председатель, народ соберем из песни хорошей работать пойдем. Посеем пшеницу, наполним амбар. Придем к баянисту, чтоб он не скучал. Давай, председатель, по-божески жить, как мать или сына Россию любить. Давай, председатель, сына Россию люби. Россия — березовый край и родники. Останутся скоро в селе лишь старики. Россия — березовый край и родники. Останутся скоро в селе лишь старики. Юрий Константин Красноперовы, Пермский край. Спасибо за правду. Сельский композитор. Спасибо, мужички. Спасибо. Ой, друзья, что сейчас будет на сцене? Сами не знаем, чего выйдет, но что-то получится. Приглашаем. На сцену. От Вологодчины, из города Череповца, приехала артель под названием «Буза». Да не просто артель, а кулачная.
Артель. Ой, маленько страшно, но чуть-чуть. Друзья, слабонервных просим удалиться. Итак, за Вологду, землю родную! Встречайте, встречайте! Ой, чуть по голове не дал. Ой, ловите. Верим, верим. Ну, друзья, надо как-то поблагодарить за это действие.
Кулачная артель «Буза», город Череповец, Вологодская область. По-моему, это было нечто, а? Впечатляет. Ну, а на сцене у этой артистки тоже есть свое, играй гармонишное прозвище. «Ходячая дискотека» ее называют. Анна Плотникова, композитор из Удмуртской республики. Ну, какой кремлевский концерт без нее? Да. Народная артистка Удмуртской республики, солистка филармонии Ижевска. Аня, очень просим тебя, ну, во-первых, скажи, как ты ответила Геннадию Заволокину, когда он спросил, как это ты так на баяне играешь? Ты как ответила? Ну, я сказала почему-то, все играют вдоль, а я поперек. Вот, и это действительно правда. А прозвучит самая, наверное, любимая зрителями песня про любовь. У Ани все про любовь? Почти. «Глаза». Можно танцевать, если есть желание. Скалы гнем по кругу,
чтобы стало веселей. За стену, брату, другу. Мама по миру пойдет, нам гармонику заведет. Дядька медленно продаст, на гулянку денег даст. Мой миллион от пимака, хорошо любимый татар. Ля-ля-ля-ля. Он так любимый татар, на неделю не хватает. Ля-ля-ля-ля. Много звездочек сияют, я качаюсь в гамаке. Ля-ля-ля-ля. Много девушек страдают, а во мне от дураке. Ля-ля-ля-ля. Хорошо, как с вами было, люди, человеки. Громко песенки поем и в гармонии играем. Ля-ля-ля-ля. А деревни процветают. От души желаем. Дорогие наши, мы благодарим всех, кто сегодня пришел, кто с нами был всей душой и разделил радость праздника. Пусть летят песни. Пусть играют гармошки. Пусть светлеют наши души. И самое главное, пусть нас всех хранит Господь. А я хочу пригласить на сцену всех участников сегодняшнего концерта под ваши аплодисменты. Последок по традиции, пусть споет Заволокин.
радушный прием. До свидания! До новых встреч! Вы